Всем привет, друзья, с вами Владимир Шемет, и в этом видео мы с вами разберемся и посмотрим, как выглядит питание в отеле Mirage Bay Аквапарк 4 звезды. В этом видео мы посмотрим, что тут предлагают туристам на обед, ну и как это все происходит. Так что подписывайтесь на канал и погнали! Ну что, ребят, вот наш ресторан. Главный ресторан, и он, можно сказать, единственный. Еще есть пара а-ля-картов. За 7 дней дают посещение один раз. Мы туда даже не записывались, потому что я не думаю, что там будет что-то интересное либо вкусное. А касательно главного ресторана, конечно же, все туристы кушают именно в нем. Это открытая часть, то есть открытая терраса. Мне тут комфортнее, мне тут больше нравится, но мест, конечно, тут немного на открытой части, а вся основная часть, где находятся столы и столики, находится внутри помещения. Там есть несколько отделений, которые я вам, конечно же, тоже покажу. В общем, сейчас на часах 12 часов 54 минуты. Ресторан должен открыться 13:00 и должен начаться обед. На ужин тут была уже очередь. Ну, сейчас очереди нету. За несколько минут, там за 10 минут до начала открытия ресторана, на ужине уже стояла очередь, друзья. Это один раз я пришел к открытию. Я решил для этого случая все-таки проверить, есть ли очередь на открытие ресторана на обед. Ну, как видите, очереди особо нету. Конечно, столики уже заняты на открытой террасе. Тут комфортнее. Просто комфортнее, лично мне комфортнее, потому что в ресторане, ну, просто я не люблю этот ароматизатор, которым они ароматизируют свои помещения в Египте. И такой ароматизатор, конечно, во многих отелях, неважно от уровня, но запах такой вот, ну, это не вонь, то есть вони абсолютно никакой нет, ну, просто вот этот вот специфический запах, который мне не нравится. Но это лично мое мнение, а не мнение большинства. Так что, ребят, сейчас уже скоро будет открытие, и мы все посмотрим, чем же туристов кормят в обед в отеле Mirage Bay Аквапарк 4 звезды. Но, ребят, без одной минуты, когда должен открыться ресторан, очередь из самых, наверное, голодных туристов уже выстроилась на вход в ресторан. Я, конечно, ну, не понимаю этой логики, в чем суть влететь в ресторан первым и стоять вот так вот в очереди. Наверное, напишите вы в комментариях, почему вот так оно происходит. Когда еды, ну, в принципе, на всем протяжении времени работы ресторана всегда она есть. То есть нет такого, чтобы чего-то не было. Если чего-то нет, можно попросить. Иногда, да, нужно подождать. Но не знаю почему, почему-то вот так вот выстраивается очередь. То есть, в принципе, это все искусственно создано именно самими туристами. То есть, восприятием чего-то. Даже мне, я вот даже не могу понять, восприятием чего. Так что напишите это все в комментариях, в видео, я обязательно это все почитаю. И самое интересное, что, ребят, что все эти туристы, вот я стою возле санитайзера, вот он, санитайзер, и вот с той стороны санитайзер. Ни один человек не подошел и не обработал руки этим санитайзером. То есть, получается, в отзывах пишут, что тут все ай-яй-яй, все печально и все плохо, а ни один человек вообще не подошел и не обработал ручки санитайзером. Мне это вообще непонятно, с одной стороны. С другой стороны, все понятно, почему пишутся такие отзывы в интернете по данному отелю. Так что, ребят, скоро уже откроется ресторан, и толпы разъяренных туристов ворвутся в этот All Inclusive.
Ну, а потом напишут плохие отзывы в интернете, что здесь все плохо, и тут очереди, и тому подобное. Так что, ребят, когда мы войдем в ресторан, попробую что-то показать из еды. Но не факт, что я смогу это прокомментировать. Но вот хоть один человек сделал это. Он обработал руки санитайзером. В общем, идем в ресторан, попробуем посмотреть, что там предлагают туристам на обед. Так как главный зал был просто атакован туристами, идем в добавочный зал, там где в принципе еда дублируется. И давайте попробуем разобраться именно в этом зале, что есть по питанию. Значит, смотрите, сразу начинаю с фруктов, хотя это должно было быть в конце, но так как тут туристов нету, давайте начнем с фруктов. Апельсины, дыни и апельсины. Поехали дальше. Сладкое, друзья. Ну, на сладости, конечно, они выглядят красиво. В принципе, они вкусные. Ну, вот такие вот сладости есть на обед. Тут туристы тоже уже есть. И давайте попробуем зайти с другой стороны и посмотреть, что есть из салатов. А, даже мы тут сможем это сделать. Это какой-то соус, это огурчики, маринованные овощи. Ну, и свежие помидорки и капуста, а также еще пара видов каких-то соусов. С этой стороны продолжение. Тут у нас есть лайм, есть капуста, есть белая, есть цветная, ну и в принципе огурчики, помидорчики и маринованные овощи. А что там? А там, наверное, тоже какая-то капуста. Дальше, ребята, тут у нас тыква, тут у нас картошечка, пюрешечка. И рис белый отварной, но не на пару, не диетический, а возможно диетический. Так что в принципе с этим тоже вопрос решен. И так как дальше у меня уже не получилось по-нормальному подойти и показать все остальное, что было во время обеда, расскажу вам по некоторым нюансам. Именно в этот день, когда я вам снимал видео, на обед из мясного была только говядина, то есть тушеная говядина. Относительно она нормальная, как бы. И в другие дни были другие виды мяса, была курочка жареная, была рыбка жареная, именно жареная, не та, которая как на пару, а вот именно вкусная и жареная. Но она была с косточками, имеется в виду, было очень-очень много косточек, и нужно было сидеть долго колупать эти косточки, что мне не понравилось. Но это все тоже относительно, потому что как бы сама рыбка была вкусная. Из гарниров тоже всего было достаточно. Всегда была картошечка, был рис, были макароны, даже пасту готовили. Конечно, паста не самая вкусная, которую я кушал, но, в принципе, детям она нравилась. То есть дети в основном кушали пасту. Также были и некоторые блюда на гриле. Но за гриль и ситуацию, которая произошла у нас во время обеда на гриле, я вам расскажу и покажу немножко дальше. И по посуде. Посуда, конечно, не в лучшем виде, то есть процентов 30 посуды со сколами. Но опять-таки, это процентов 30, в принципе, большая часть посуды нормальная, она всегда была чистая, но сколы, конечно, были, и тут ничего не поделаешь. Поэтому тут такой вот нюанс, что с посудой, конечно, не очень хорошо в этом отеле. Хотя и смертельного ничего в этом нету. Так, ребята, это вот дополнительный зал. Вот смотрите, где находятся хлебобулочные изделия, именно это дополнительный зал. Кто-то уронил тарелочку, побил, ну такое бывает. Это дети. Смотрите, дополнительный зал, в принципе, тоже такой вот просторный. И, кстати, тут комфортнее, чем в основном зале. Вот. Но почему-то он дополнительный. Когда заканчивается выдача еды в дополнительном зале, то его закрывают. Вешают красную ленточку и сюда туристов не пускают. Кстати, кондиционер, ну, то есть температура тут приятнее и комфортнее, чем в основном зале. Ребят, основной зал, конечно, очень сильно заполнен. И тут больше всего людей, конечно, особенно это касается раздачи еды.
Столики тоже на старт обеда обычно всегда заняты, то есть, конечно же, туристов очень много. Я даже не представляю, если бы отель работал на 100%, ну, имеется в виду своих корпусов, как бы это все выглядело тогда, потому что 40% отеля сейчас находится в ремонте, и не все номера работают, хоть отель и загружен на 100%. Но именно получается касательно ресторана и касательно его открытия, ну, людей, конечно, очень много, и, как вы видите, все туристы, ну, вот, стоят так вот в очереди. В общем, это был основной зал, кстати, по кондиционированию. Оно работает, ну, просто очень слабо работает. И, конечно же, комфортнее кушать на улице. Сейчас мы пройдемся и зайдем еще в один дополнительный зал, там, где находится детская комната, ну, то есть там, где зал для детей. Там находится телевизор, то есть если ваши дети капризные, если вашим деткам нужны мультики, вы не покупали мобильный интернет и не накачали себе мультиков, то можно присесть в дополнительном зале, где есть телевизор и где идут мультики. Ну, то есть тут постоянно вы можете включить себе. Если телевизор, кстати, выключен, то есть пульт для того, чтобы его включить. Пульт находится, по-моему, вот тут вот, за телевизором где-то. Ага, вот он. Вот пульт от телевизора. Так что, если он выключен, то его несложно включить, либо попросить персонал, чтобы его включили. Есть специальные детские столики и стулочки. То есть, тут могут покушать и самые маленькие детки, и детки среднего возраста. Даже Денис примостился за этим столиком. Ребят, я удивлен, конечно, но вот первый раз вижу очередь за напитками. Ну, тут, конечно, частично безалкогольные напитки, то есть слева вы сами себе можете налить этих юпи, а вот справа наливают, ну, что там наливают, значит, фанту, спрайт, колу, пиво и, ну, там, типа, коктейли, там, ром-колу, там, виски-кола, типа, вот. Ну, и я удивлен, но первый раз вижу очередь на обед. Ну, я на обед обычно всегда попозже прихожу, поэтому очередь не видел. А вот на открытие очередь есть. В этой части, ребят, возможно, вы уже видели какие-то обзоры этого ресторана. Что-то уронили, побили. Ладно. В этой части у нас кофе, чай и молоко. Молоко, по-моему, это горячее. Не, это холодное. Почему-то холодное. Обычно тут горячее. Ну, добавочка кофе, тот, кто любит кофе с молоком, так что на обед тоже все присутствует. Стаканчики, ребят, стаканчики бумажные. Ну вот, бумажные, слава богу, хоть в ресторане бумажные. В барах некоторые наливают, по-моему, в барах большинство стаканчиков тоже бумажные, что радует. Так что бумажные стаканчики радуют, ребят. Давайте возьмем, сделаем себе кофе, вам, нам и тому подобное. Так, ставим стаканчик и наливаем себе кофе. Ух ты, нормально. Кипяточек. Так, кофе налили. Сейчас нальем молочко. Кстати, это именно в главном ресторане вот такая вот порнография с кофе. Вот, на пляже бар, там кофе, ну, из более-менее нормального аппарата. Молочко. Так, молочко добавили. А тут у нас, ну, смотрите, тут у нас чай в пакетиках, а вот у нас сахар. Либо тут насыпаем сахар, либо берем с собой, за столиком сделаем, как вам удобно. Итак, ребят, мое резюме по обеду. Его вполне достаточно. Вот достаточно абсолютно всего. Разнообразие, кому-то это покажется очень неразнообразно, но реально еды хватает. Во-первых, это мясное. Было три вида мяса. То есть, но эти три вида были очень интересные. Значит, была говядина, ну, говядина обычная, египетская, и, ну, более-менее съедобная, нормальная, в принципе. И была уточка. Но уточка это был очень интересный номер.
Значит, было мясо на гриле, то есть, ну, целыми тушками готовилось мясо на гриле, и потом оно лежало в, ну, определенном месте, ну, как, раздача была на улице. Значит, когда я первый раз подходил, мне дали уточку. Когда я подходил второй раз, ну, когда супруга захотела тоже этого мяска, ну, уточки, я пришел, мне положили курочку, и она тоже была на гриле. И реально, ребят, это ничего с этим не поделаешь, то есть, ты не выпросишь там, чтобы тебе положили уточку. Типа я не понимать. Вот такая вот ситуация, как бы с мясом. Так что, ребят, по поводу мяса, тут, конечно, есть такие вот особенности. И они не зависят от того, насколько рано вы придете в ресторан. На открытие, либо в середине. То есть это все как бы, ну, вот такой вот человеческий фактор, который, ну, зависит именно конкретно от работников, то есть как они себя ведут относительно туристов. Ну, относительно туристов они ведут себя более-менее нормально, просто, ну, вот так оно вышло, что я один раз подошел, мне дали уточку, второй раз подошел, дали курочку. Касательно всего остального тоже, его с головой достаточно, как бы, вот. Ну, большинство это туристов, которые плачут, которым недостаточно еды, как бы. Но опять-таки, мне бы интересно было бы посмотреть то, что они кушают там дома. Вот. Какое разнообразие у этих людей дома. Потому что, ну, не знаю, как бы всего есть и всего достаточно. А вот, ну, по качеству, в принципе, тоже более-менее нормально. Вот то, что я видел, относительно все свежее. То есть вот я часто слышал мнение от того, что это было вечером, а потом его подают днем. Ну, лично я такого не видел. То есть, чтобы его взяли с вечера и перенесли на день. Или на утро. Или там на обед. То есть, я такого не видел. Просто говорить как бы о том, что так поступают, если этого не увидеть, я считаю это неправильно. Почему неправильно? Потому что, ну, как можно говорить о том, что не видел? Вот. Предполагать, окей, напиши предполагаю, но хотя бы напиши, что предполагаю, а не утверждай, не рви на себе рубашку, что это было вечером, а потом тебе его подают утром. Ну, это все тоже относительно, и тоже, как бы, я просто акцентирую ваше внимание, как разбирать отзывы, как смотреть на реальность и на действительность, потому что в сети очень много информации, которая просто дезориентирует и отличается от реальности. Почему так происходит? Ну, первое, что это тоже человеческий фактор. Второе, это то, что, ну, есть заказные отзывы, есть хорошие заказные отзывы, есть плохие заказные отзывы. Ребят, просто бизнес. Отзывы – это бизнес. Так что тут вам, если вы смотрите отзывы, вы просто сами себя обманываете, да? Если хотите увидеть реальность, ребят, вам нужно посмотреть просто, именно посмотреть на хотя бы на видео, то есть как оно выглядит. Даже не слушать, не читать то, что написано или то, что говорят, а именно то, как оно выглядит. И тогда вы можете лично сформировать именно свое мнение, а не накладывать на себя чье-то мнение, либо чье-то купленное мнение, либо еще что-то в этом роде. Поэтому, ребят, чаще всего, когда вы там читаете отзывы и смотрите отель 2 звезды, а не 4 звезды, это там шок, туристов не пускают в ресторан, шок, туристам не хватает еды, шок, там чего-то еще в этом роде. Ребят, это просто хайп. Просто хайп. То есть определенные личности это делают заради хайпа. Почему такой заголовок у меня? Ну, потому что, ребят, согласитесь, вот, намного меньше процентов туристов посмотрят это видео, если я напишу, что тут все хорошо. Вот. Всех интересует сенсация, всех интересует, как все плохо, а не как все хорошо. Вот поэтому, как бы, вы акцентируете свое внимание, когда вы читаете отзывы, когда вы смотрите видео, на том, что плохо, а не на том, что хорошо. Вот и все эти ваши отзывы. Так что, ребят,
вполне нормальное питание за эти деньги, именно за эти деньги. Потому что если сравнить условия, если сравнить этот пляж, если сравнить этот подогреваемый аквапарк, если сравнить этот риф, которого вообще в Хургаде очень сложно увидеть где-то в каком-то отеле. Вот, учитывая расположение, что есть куда выйти за территорией отеля, чтобы чего-то купить, там какой-то магазин, то есть такая променадка. Это все окей. И тут вы должны понимать, что, ребят, есть ваш бюджет. В этом бюджете, увы, это очень отличный вариант по сравнению с другими вариантами. Если хотите лучше, не вопрос, добавляйте себе к бюджету 500, 600, 700, 800 долларов, и у вас будет все окей. Друзья, на этом все. Показал я вам, как выглядит обед в ресторане Mirage Bay Aquapark 4 звезды. А также мы разобрали, откуда же берутся эти очереди, почему так все происходит, насколько нормальное либо ненормальное питание. Оценивайте его, как вы видели в этом видео. И тогда вам будет понятно, стоит ехать или не стоит. Моя рекомендация или не рекомендация. Друзья, моя рекомендация такая. Сравнивайте возможные варианты, думайте, насколько у вас хватает бюджета, и тогда у вас все будет хорошо. Не нужно гоняться за звездами, не надо занижать свой бюджет. Нужно ехать туда, куда вы можете поехать комфортно в рамках своей стоимости, и тогда у вас будет все окей. Так что, ребят, если есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях под этим видео. Постараюсь вам всегда отвечать на ваши вопросы. Если вы можете поделиться отзывом, если вы тут отдыхали в этом отеле, вы можете рассказать за обед, вы можете рассказать за отель, за питание, тоже обязательно пишите все в комментариях к этому видео. Я обязательно это почитаю. И если получится или в этом будет необходимость, я тоже отвечу на ваши отзывы. На этом все, ребят. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.